Всем привет, вы на канале Вкусные Истории. Сегодня у меня быстрый обзор заведения Сакура Суши. Я заказал сет Филадельфия, он сейчас у них на акции, стоит 218 лей, вес 980 грамм. За доставку я заплатил 30 лей, привезли мне за 50 минут. У них есть еще сет Калифорния и сет Канада. Если видео наберет 50 лайков, я закажу оба сета и в одном видео сделаем на них обзор. Каждую неделю выходит новый видеообзор, поэтому подпишитесь сразу, чтобы не пропускать новый обзор доставки или заведения Кишинева. По комплектации я попросил для трех персон, мне привезли 3 набора палочек, 4 салфетки, 2 емкости с соевым соусом, здесь наверное где-то по 50 миллилитров, и вот столько васаби, и очень много имбиря. В первую очередь проверим, все ли правильно с весом. Первая коробка 507 грамм, и вторая часть 441 грамм. Получается 948 грамм. И это с коробочками. То есть есть небольшой недовес. Здесь у нас Филадельфия обычная и Филадельфия King. Вот это белый ролл Natsu, а вот это ролл Red Fish M. Судя по информации, которую я нашел на сайте. По ингредиентам сейчас будем смотреть в самих роллах. Ну что ж, начнем с ролла Natsu. Посмотрим, как он выглядит у нас. Снаружи кунжут белый-черный, внутри, скорее всего, огурец, сливочный сыр и семга, наверное, какая-то жареная. По виду не очень аппетитная или печеная. Пробуем. Ну, в общем, ролл Natsu мне понравился. Очень неплохой ролл. Рис сварен хорошо, кунжут тоже в тему, сливочный сыр вкусный. В общем, объеме непонятен вкус рыбы. Следующий попробуем ролл Red Fish M. Сверху икра, с этой стороны тоже рыба жареная, огурец и рис. Пробуем. Соевый соус у них, кстати, очень классный. Он конкретно улучшает вкус роллов. Рис также сварен неплохо, сочно, за счет вот этого верхнего соуса. Это икра с майонезом, 100% вкус майонеза. Здесь также огурчик и рыба красная, лосось, семга, скорее всего жареная. Дальше переходим к Филадельфии. Здесь два вида, как я уже говорил. Ролл Филадельфия, мы видим сливочный сыр, сверху рыба. Рыба тоненький слой, на вид свежая, это у нас огурцы. У них написано, что должен быть авокадо, но здесь мы видим огурцы. Ну и в принципе много сливочного сыра. Пробуем. Хочу попробовать сливочный сыр. Он здесь вроде неплохой. Да, это опять же не Филадельфия. Нету прям сильной яркой сливочности, но он достаточно жирный. Рис сварен хорошо. В общем, неплохой ролл Филадельфия. Как бы ничего особенного. Огурец, сливочный сыр и рыба. Вот эти вот 8 штук, это был у нас простой Филадельфия ролл. А с этой стороны у нас идет Филадельфия King. Вот так вот он выглядит. Здесь почему-то тоже огурец, сливочный сыр. Здесь есть также крабовые палочки. Очень-очень тонко нарезанные. Да, это они и есть. Такой же слой рыбы. Рыба по виду свежая. Ну, то есть они полностью обернуты. В принципе, здесь рыбы очень неплохой слой. И опять же огурец. Да, это 100% огурец, не авокадо. То есть авокадо ни в одном не было здесь. Пробуем. Также вкусный ролл Филадельфия King, практически такой же, как Филадельфия обычная. Сейчас еще одну попробуем. Здесь меньше сливочного сыра, зато больше крабовых палочек. Да, Филадельфия King будет поинтереснее, чем простая Филадельфия. Более яркий вкус за счет крабовых палочек и немножко сочнее получается. Он получается более сытный. Вот такой вот сегодня обзор, друзья. Мне понравились эти роллы, отличный сет Филадельфия. Причем понравились все 4 вида. Хорошо сваренный рис. Единственное плохо, что вместо авокадо они поставили огурец, там где должно быть авокадо. Но тем не менее они получились вкусные, хороший соевый соус и васаби. По роллам ставим Сакуру на первое место из всех моих обзоров. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, на что мне сделать обзор в следующий раз, делитесь нашими видео. Всем приятного аппетита, пока-пока.